Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам показать выдуву для маночка жель, ну вообще для любого подойдет. Как получить звук утки? Значит, важно, чтобы язычок у нас вибрировал в момент выдува. То есть характерная ошибка — это вот. И у нас нет никакого звука. Для того, чтобы получить кряк, выдувать надо чуть поджать мышцы живота и выдувать изнутри. Не надо очень много воздуха при этом выдувать. Надо выдувать как раз небольшое количество, и вы получите как раз низкий характерный звук. Также можно попробовать как бы через свист этого добиться. То есть, как вы свистите обычно, делайте то же самое в манок. Я чуть приоткрываю руку, можно и без этого. Значит, звук надо заканчивать на Т. Можно при этом кончик языка держать под нижними зубами. То есть такой характерный. Вот со свистом. Очень важно, чтобы воздух не вылетал вокруг манка. Да, и щеки были прижаты. То есть, когда у вас они раздуваются, тут же пропадает звук. То есть вы изнутри дуете. Также можно попробовать, у кого и таким образом не заводится язычок, с гудением. То есть гудение по-другому не получишь. Вот четкое Т. Оно не должно быть слишком жестким, должен быть мягкий звук, иначе будет сильно это заметно. То есть мягонький звучок делаем. Вот. Примерно вот так делается кряк. А осадка делается тоже на одном выдуве. Это очень важный момент, потому что все пытаются сделать, да, а нужно или фу-фу-фу-фу-фу-фу, ну вот, как обычно это делают. Именно каждый звучок отсекается, лучше сначала тренироваться медленно, и делаем это на одном выдове, то есть, да, и более быстрый вариант. Можно также прикрывать, немножко приоткрывать руку именно в момент выдува. То есть вы начинаете, а не после начала. То есть, ну вот характерные ошибки. Или наоборот. Да, то есть надо открывать именно в начале выдува. Вот. Так будет более натуральная осадка. Ну, вот, в качестве осадочки. Ну вот примерно все, что знал, рассказал. То есть всем ни пуха, ни пера.